чиновникам, с жителями работать? В чем сложность? Сложности? Сложности в принципе никакой нет. Всех моих граждан принимаем по заявкам, да, с учетом антитеррористической защищенности последних мер, действительно, которые время происходит, указания со специальных структур мы выполняем, в принципе, как администрация города Красноярск. Единственное, что я понимаю, там в Красноярске получается, заходишь и с левой стороны, да. Я подумал. Я понял. Не надо барьеров выстраивать между властью и здесь силами величины.